Хорош. Да, окунёк. Триста грамм. Еще крупнее. Еще крупнее, наверное. Лайки Джон. Опа. В заглот полностью. Надо инструмент доставать. Ну что, друзья, всем привет. Очередная рыбалка. Сами все видели. Первый окунь, наверное, ловим минут 30, наверное. До этого Александр вытянул неплохого. Сейчас можете увидеть, вставочку сделаю. Было пару обрывов хвоста. Я ловил на вот такого свинга. Вот, ну и так пару тычков. Вот. Ну, это радует. Рыбачить сегодня будем и по щуке, и по окуню. Поскольку начал уже отзываться и щука, ну и вот и окунь, я думаю, тоже должен быть активный. Ну, что из этого получится, смотрите далее. Всю рыбу, которую будем ловить, будем показывать. Погода сегодня как бы классная, солнце, но днем порывы ветра передают. Вот немножко разгоняется ветер, ну, солнышко, тепло. Вот, поэтому ловим дальше. Сейчас я окушка вытянул, весь он закровил. Сейчас вытеру лодку, чтобы кровь не засохла. Вот, и решил записать начало. Ребята там вот смотрят в эхолот, карту там изучают. Ну, подплыву тоже, может, к ним. Будем ездить. Так что все покажем. Так что поехали. Вот, друзья, такое вот крепление, да? Можете видеть, на весло. Из креплений для полипропиленовых труб сделал. Очень удобно. Так что, кому интересно, в подсказках выскочит. Посмотрите, может, тоже сделайте. Мне очень понравилось сейчас. Думал, ерунда будет, но удобно. Ну, а мы, друзья, ловим дальше. Ну что, друзья, поклевочка. Это 100% сейчас тут щука небольшая. Поставил изи-шайнера от барракуды на двойнике. А нет, друзья, хороший окунек. Немножко больше, тут уже грамм 300 будет в нем. Моя куртка мешает снимать. Сейчас мы камеру чуть по-другому. Вот. Так, приманку сейчас возьмем. Такой, друзья, полосатик. Сейчас покажу, на что взялся. Возьмем, что-нибудь сделаем, потом с него приготовим. Взялся, друзья, вот на такую барракудовскую приманочку изи шайнер. Вот 10 грамм, двойничок, ну как бы на щуку ставил.
Так что приманочки неплохие. Кому интересно, ссылку на YouTube канал и магазин, точнее Instagram и магазин оставлю в описании. Переходите, смотрите, кому интересно. А мы ловим дальше. Взял с собой, друзья, пенки, сапоги теплые, думал одену, пока носили лодки, моторы, жарко стало, ну решил не взять, ну вот пожалел сейчас об этом, что не взял, остались в машине, в обычных резиновых сапогах, ну стелька вложена, носок шерстяной, но уже холодно, так что одевайтесь теплее, лучше раздеться, чем вот так мерзнуть и сопли на кулак наворачивать потом. Блин, хочется, друзья, снять поклевочку. Ну, никак не хочет на камеру клевать она. Пока, друзья, ничего. Вот решил попробовать. Есть у меня тут цикадки, колебалочки. Попробую вот на них, наверное, поэкспериментировать. Есть у меня тут такая кондоровская, 8 грамм. Попробую сейчас на железо. Мне вот самому интересно. Рваную проводочку сейчас будем делать. Может, на железо отзывается. Она как раз двойная, шумовая. Вот. Сейчас положим на дно. И попробуем. Может, на железо отзываться будет. На войне все средства хороши. Но пока в лидерах, друзья, сегодня такой яркий цвет малина, красный. Ну, единственное, вот изи-шайнер этот. Получается, какой он тут золотисто-синий, такой с блестками. Что там наши деды раньше знали эти? Приманки силиконовые, обычная ложка, колебалка, да вертуха. Единственное, вертушки вот еще можно было попробовать, но лежат в другом ящике, друзья, забыл. Выложил, чтоб не тягать лишнее, а вот бывает и надо. Снял поклевку, но опять, никуда не уезжая, бахнул хороший окунь, первый раз промазал. Второй раз добрал. Просто в шахту, друзья. Опа. А, какие красавцы. Смотрите, друзья, да? Вообще класс. Грамм 250, но приятно. Сейчас сделаем фоточку для Инстаграма. Ну что, друзья, у нас тут на часах 11:46. Вот, как бы, что можно сказать, где-то с 9, наверное, мы начали ловить. Вот за эти 3 часа, получается, 3 окуня,
два хвоста оборвало. Ну и поклевок там было, не знаю, штучки три, наверное, точно. Вот, а может и еще были, поскольку ветер был как раз боковой и сильно выбрасывал дугу с плетенки, и, может быть, были поклевки, но тяжело как бы услышать было, да. Вот, сейчас тут немножко сместился к берегу, получается. Ну, конечно, может быть, зря сместился, но невозможно стоять, но буду в том же направлении бросать, где и бросал. Вот, не знаю, будет что не будет, ребята там щуку ловят, уехали далеко, может быть, тоже подамся. Ну, сейчас хочу чайку просто бахнуть, вот, ну и решил так заодно отметиться. Вот такие, друзья, дела. Как бы, в принципе, я считаю, неплохо, вот, но всегда же нам, друзья, хочется лучше, правильно? Поэтому сейчас бахнем чайку, друзья, и продолжим ловить. Ну, я думаю, часиков еще, часика три, наверное, половим. Может, четыре, там, до четырех. Не знаю, посмотрим, как вообще, что будет. Может, раньше пойдет, не знаю, короче. Ну, что будет, то будет. Так что, ваше здоровье. Переехали мы тут попробовать щуку с Александром. Пока от ветра спрятаться. И что-то вот он у нас там поднял. Маленький щеренок. Эй! Такая селедочка там, грамм 300, наверное. Ну, вот, будем пробовать ловить, друзья. Ну что, друзья, давайте, наверное, подведем итог сегодняшнего нашего выезда, рыбалки. Еще минут 15, наверное, договорились побросать и домой, поскольку вот так не очень. Ну, у меня вот три окуня только сегодня. Вот, ну и там, как и говорил ранее, хвосты там пооткусывало. По щуке ноль, пробовал бросать. Ну, только что у Александра там видели, словил был маленького, вот. Нашли неплохое место, сейчас на 5 метрах стоим, бросаем 12, дальше там под 17-20 метров. Рыбы очень много, вода 9,5 градусов. Вот, тут утром вот словил Александр окуней, вот, и все. Потом прекратилось, но сейчас стоим. Ну, рыбы очень много, вот пробуем. Ну, вот сейчас еще, если будет, что покажу, если нет, то... Нет, будем пробовать дальше. Другие водоемы, может быть, опять сюда попробуем приехать. Ну, как-то вот так. По приманкам, все крупные приманки были от 2,5 до 3 дюймов. Работали там и дизайнеры, свинги, шентайлы. И по цвету работал только один цвет сегодня. Это или малина, или красный такой. Ну, все яркие цвета там. Больше ничего. А, на рака вот была поклевка еще у меня. Сбила, но ничего не взял я. Ну, как-то вот так. Погода как бы еще ничего. Заморозков не передают. Нужно выезжать, но выезжать не получается часто. Работа не позволяет. Только выходные. Но будем пробовать. Так что, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну, а я вам, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.